По данным Минздрава, каждый шестой житель республики получил сертификат о прививке против коронавируса. Вакцинация в стране продолжается. Записаться на прививку можно по единому номеру 126. Ранее сервис работал только для столичных жителей. Теперь к системе подключили и Бендеры. Линия работает по будням с 8:30 до 17. Перед обращением необходимо взять в руки паспорт. Данные нужно продиктовать по телефону. В колл-центре работают студенты ПГУ. Всех желающих вакцинироваться распределят по городским поликлиникам ближе к дому заявителя. Дату вакцинации сообщат через день после записи. Вскоре к номеру 126 подключат и другие города. Впрочем, записаться на прививку можно и онлайн. Запись доступна на портале госуслуг. Для заказа услуги необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрать функцию «Запись на вакцинацию от COVID-19», ознакомиться с информацией по ограничениям, связанным с различными видами вакцин, выбрать желаемую вакцину или несколько вакцин. Важно! Запись осуществляется на те вакцины, информация о наличии которых есть в Минздраве. Ввести необходимые данные и выбрать место жительства. При желании получить международный сертификат необходимо выбрать соответствующую опцию и ввести данные загранпаспорта.